Я помню, как-то проходил, как-то проходил, мимо проходил. И дождик мелкий моросил, дождик моросил, дождик моросил. Когда тебя я увидал, сразу увидал, сразу увидал. Пусть мой биться перестал, биться перестал, биться перестал. Я решил, что сочиню тебе этот гангстер-рэп. Я решил, что сочиню тебе этот гангстер-рэп. Я решил, что сочиню тебе этот гангстер-рэп. И спою тебе его возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Возле дома твоего. Ребята, в вашем доме «Хорошее утро» и «Гламурный колхоз». А именно, Богдан Беденко, Юрий Лужный, Павел Бессонов и Иван Филонович. Ребята, скорее подходите к нам, скорее, к нам. Присаживайтесь на диван. Фуф, сразу взбодрились, веселые. Итак, ребятушки, ну для начала расскажите, как вы придумали вот этот формат? 11 лет назад. Учились в колледже, Ставропольском колледже культуры и искусств. Попросили сделать что-нибудь интересненькое, вот мы и придумали. Смотрите, вы были на «Минуте славы». Да. Но расскажите, как там? Как там за кулисами? Как вообще жюри? За кулисами... Вы разговаривали с кем-нибудь? Конечно, за кулисами очень интересно. Всего очень там много происходит. Там целый городок прям такой вот. Всех, кто хочет выступить. Mm-hmm. Очень много людей прям. Ну и как на вас отреагировали? По-разному. По-разному, да. Наберите в интернете, увидите запись. Ну, вообще, конечно, понравилось. Очень понравилось выступление наше. Ну, увы, не финалисты. Не прошли, да? Не первое место. Удивили, порадовали, но дальше не пошли. Ну, как там этот Олежка? Олежка? Не знаю, красивый. Ну, я бы сказала, на любителя. Знаете ли. Вот вы перекладываете, я знаю, что вы за вообще весь всю вашу творческую жизнь переложили вот на этот русский народный лад более 100 различных хитов. Там от Тимати до Продиджи. Вот. А что было сложнее всего вот представить в этом формате? Сложнее всего петь песни на английском языке, но мы или сначала... на японском. Или на японском. На японском вообще. А что на японском? Один раз нас попросили исполнить гимн Кубани. На японском. Да, на японском языке. Да. Так спойте его. Это был один раз. Это был один раз. Ребята, мы ждем. Раз, два, три. О, Куба, Гавар-Варвар. Да, там такой... Гавар-Варвар, что? Да-да, там такой язык очень интересный. Но это было самое сложное, да? Да, это было... Ну, естественно, сложно петь английские песни, потому что из нас английский очень мало кто знает. То есть мы берем песню, сначала хотим сделать ее максимально, вокал сделать как в песне, а потом понимаем, что ничего у нас из этого не получится, и переходим на колхозную лад. Просто убираем то, что тяжело говорится, остальное просто так допиваем. То есть every night I see you. Да, и my dreams. Да-да-да, I feel you. Ну, мне кажется, в этом и фишка, это и как-то и здорово, что так оно происходит. Ребят, ну скажите, в КВН, вы же участвовали в КВН. Да. Вы как? Сборная Краснодарского края вместе с вами выступала в высшей лиге. Ну, расскажите, каково там? Мы, к сожалению, там не были. Теперь ты можешь рассказать. Я помню вечный процесс редактуры. То есть ты что-то делаешь, потом, нет, это сделайте так. И вот как-то это все так вот обтесывалось, как у Микеланджело. И в итоге доходило до сцены прям поминутно все, так четенько. Так. Мне понравилось очень. Профессионально, да? Да, забываем. Александр Васильевич вас смотрел? Да, да, он ну самый. Ну как выступается? Ладошки потеют, когда... Еще как потеют. Да? Да. Ребят, ну а сейчас, мне кажется, самое время хорошего завтрака, хорошенько подкрепиться. Пойдемте в зону готовки и что-нибудь вкусненькое приготовим. Прямо сейчас вместе с солистом группы «Гламурный колхоз» Богданом Беденко мы будем готовить очень вкусный, очень интересный и полезный завтрак. Музыка.
друзья, ну и под эту лирическую композицию мы сейчас с Богданом будем готовить очень оригинальный салат из арбуза, из сыра, оливкового масла, базилик. Ну, в общем, все, что лежит на этом столе, мы будем туда добавлять. И обещаю, что будет вкусно. Не знаю, давайте попробуем. Друзья, ну а я вам рассказываю наш рецепт. Значит, нужно порезать арбуз. А мы будем тебе подпевать. Да, очистить его от косточек. И очень важно, чтобы в это время играла группа «Ловушка». Every night in my dreams I see you, I feel you are across the distance. Да. Night across the horizon and the land believe it. Богдан, к сожалению, не получается у меня петь совершенно. Давайте споем песню, которую знают все. Давайте. Что? Мы тоже будем отсюда подпевать. Зеленоглазое такси? Женщину сыграйте, женщину, которая не танцует. Женщина, которая не танцует никак, да? Ну, давайте. Ну, поехали. Так, давай, будешь резать сыр. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Никого я не рисую. Не умею, не танцую. Оп, 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 оп. Ой, ребята, как-то на меня эти песни действуют. Странно. Круто. Ребята, что там у вас с салатиком? У нас все в процессе. Мы порезали арбуз, отделили его от косточек, порезали его кубиками и выкладываем первый слой нашего салата. А можешь это спеть? Что? Мы порезали арбуз, много наших полегло. Да, вот так вот выкладываем. Косточки лучше, да, все старательно. Что это вообще? Это утренний рецепт? Это утренний рецепт, ПП, очень летний рецепт, ПП, да. Потому что, ну, летом, мне кажется, у многих, на самом деле, пропадает аппетит, жара. Есть так, не хочется, хочется только пить. И вот такой вот салатик в летний зной самое то. Не-не-не, подожди, сейчас я еще слой арбузиков. Ребят, скажите, а были какие-то моменты, когда оптом луна... Струна, звезды. Когда струна лопнула, а вот нужно доигрывать. Были, конечно, не только моменты, был момент, и особенно у Богдана, когда он играет соло, и у него рвется первая струна, и он начинает думать, как же ему играть еще что-то. Да. И что, как ты? Да. Паганини справлялся. Ну, пытался. Что-то там, что-то получалось. Ну, не только струна лопала, стулья ломались. Палочки забывали. О, а как без палочек? Ребят, на самом деле, я знаю, что вы знакомы с Гошей Куценко. Да. Есть такое? Есть такое. И даже выступали на дне рождения у Гоши Куценко. Как было такое? Для начала расскажите, что было на столе у него? Очень большой стол, всего не увидишь, темно было. Ваня помнит только стол. Я помню только стол, а как это начиналось, я помню. Очень много людей, отдельный зал, мы там выступали. А вот салатик у него был арбузный на столе? Салатика арбузного не было, это было вечером. Тогда арбузов не было, у него день рождения в мае. Где вы познакомились с Гошей? Это был благотворительный концерт в Краснодаре. Он увидел, как мы выступаем, сам подошел и сказал, не хотите поехать в Москву? Мы, конечно, по стойке смирно, конечно, мы хотим поехать. И как-то вот завязалось так знакомство. Нас приглашал и на день рождения. Достаточно. И дальше были мероприятия. Опа! Так что... кто известен там еще был на дне рождения Гоши? Иванушки были, Прохоров был, кто же еще там был? Чили была, пицца. Чили была. Кстати, мы потом ей подыгрывали с Сулико, я помню, подбирали. Со студио, да? Да. Ребят, сейчас самое время завершать наш салат. Мы посыпаем, мы выложили слой, что это у нас, арбуз, потом, значит, слой сырофета. Да, вот так вот достаточно. Посыпаем это все базиликом. Не стесняемся, арбуз сладкий мы немножечко присаливаем, вот так вот. Так, слегка присаливаем. Это заправляем. Точно? Это точно можно есть, да.
да. Мы сегодня в этом убедимся. Заправляешь чем? Заправляем оливковым маслом и немножко винного уксуса. Хорошо, в принципе, последние штрихи ты можешь сделать сама, поэтому отпусти, пожалуйста, Богдана. Пусть Богдан займется своим делом. Богдан, иди с миром. Пора, пора. Ну, а ты как бы на кухне, тебе не привыкать. Да, да, да. Итак, друзья, гламурный колхоз! Снова голос твой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней. Твои глаза, как блики в играх любви. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Коленки! Твои глаза! Такие чистые, как небо, назад нельзя. Такая сила притяжения, твои глаза. Останови это движение, я для тебя. Остановлю эту планету. Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Оп, героина! Между нами стрелся, потому что есть Алёшка у тебя. Алёшка, ты вздыхай зря. Алёшки, все твои мечты только о Серёге позабыла ты. Потому что есть Алёшка у тебя. Алёшки, ты вздыхай зря. Алёшки, все твои мечты только о Серёге позабыла ты. Оп-оп-оп! Ну что, друзья, это гламурный колхоз! Это хорошее утро, это арбузный салат! Всем отличного настроения и здорового дня! А это вам цветы! Ребята, поздравляем! Браво! Гламурный колхоз! Спасибо! Смотрим Кубань 24. Далее факты, спорт и погода. Оставайтесь с нами.